Ну что ж, а мы будем продолжать нашу концертную программу. И хочется сказать, мы сегодня много говорили о таланте. И, конечно же, не раз говорили о том, что талантливый человек талантлив во всем. И вот этот творческий непокой, творческий подход к любой деятельности, он позволяет добиваться наивысших результатов. И именно этому посвящает свое выступление студия танца «Форс». Давайте встречать их аплодисментами. И это, мне кажется, будет одно из красивых лирических представлений. Thank you.